Здравствуйте. Здрасте. Ну, сегодня я, надеюсь, закончу построение генератора из односторонней функции для неравномерного противника. Значит, где мы находимся? Мы находимся вот здесь. А именно мы построили из односторонней функции генератор фальшивой энтропии. Вот здесь написано генератор фальшивой энтропии. Значит, это означает, я напомню, что f от x, случайную величину, где x берется равномерным распределением, значит, f от x эквивалентно, в смысле, вычислительно отличимо какой-то случайной величине y с таким свойством, что энтропия y больше энтропии x хотя бы на чуть-чуть. Ну, на чуть-чуть это плюс какой-то единица делить на обратный полином, но мы с вами говорили, что вот эта единица на обратный полином на самом деле можно делить на единицу с помощью повторения x и, соответственно, y. Так что давайте считать, что это плюс 1 здесь стоит. Значит, энтропия y есть энтропия x плюс 1. При этом для того, чтобы вот этот единица на обратный полином заменить на единицу, надо просто повторять и x, и y, независимо брать испытания, в размере вот этот полином раз. Тогда длина увеличится на полином, в полином раз и того, и другого. Ну, а этот избыток станет равен единице. Итак, вот это нам дано. И надо нам переделать это как-то уже в генератор. Вот эту функцию f. Ну, прежде всего, мы научимся энтропию Шинона переделывать в минимальную энтропию. Вот это нарисовано. Значит, это делается с помощью теоремы Шинона. Сейчас я объясню, что это такое. Значит, теорема Шинона – это одна из форм просто закона концентрации. Значит, что говорят вообще законы концентрации, но по-другому законы больших чисел? Значит, они выглядят примерно так. Мьют, чтобы он не шумел. Значит, теорема закона концентрации выглядит примерно так. Вот у нас есть случайная величина какая-то x, числовая, значит, она принимает значение множественных чисел. И мы берем независимые испытания этой случайной величины, ну, там, скажем, n независимых испытаний. Ну, давайте это обозначать x степени m. Это вот n независимых испытаний. И дальше мы берем сумму x итер. Сумму этих величин. Значит, n независимых копий x. Закон больших чисел говорит, что эта величина концентрируется на своем мат-ожидании. Ну, в том смысле, что с вероятностью близко к единице вот эта величина равна своему мат-ожиданию. Ну, а мат-ожидание – это просто n умножить на мат-ожидание одной величины. Вот. Ну, в более общей форме x1, xn – это не обязательно одинаково распределенные случайные величины. Главное, чтобы они были независимы. Ну, и в такой форме, значит, здесь надо писать, что с вероятностью примерно 1.
Нет, очень грубая формулировка. Более общая формулировка такая. Значит, что сумма x это примерно равна своему мат-ожиданию, ну, то есть суммам ожиданий, мат-ожиданий x это, ну, тоже с вероятностью примерно 1. Ну, а конкретный закон, значит, концентрация, он говорит, ну, у него тут есть вот это эпсилон, значит, который меряет отличие вот сумма от мат-ожидания сумма и меряет дельта вот отличие этой вероятности от единицы. Ну и зависимость дельта от эпсилон в каждом законе своя, но для того, чтобы это самое было что-то интересное, нужно какие-то предположения про иксы. Стандартное предположение стоит в том, что вообще, ну, а иначе был бы бессмысленный мат ожидания, конечно, конечно должно быть. Вот. Ну, вот такой один из самых известных законов концентрации – это неравенство Чернова. Значит, для тех, кто не знает, давайте я напишу. Неравенство Чернова – самый часто используемый закон. Значит, оно говорит следующее. В этом законе x1 и xn, они все одинаково распределены, ну, как и вот с чего я начал, и принимает только два значения, 0 и 1. Да, одинаково распределены и независимы. Ну, то, что независимо, я уже не буду писать, это во всех законах концентрации так. Вот, тогда, значит, вероятность того, что сумма больше, чем мат-ожидание этой суммы, ну, то есть это фактически e от x1 умножить на n, потому что они одинаково распределены, имеют, значит, одинаковое мат-ожидание. Вот, на какой-то эпсилон, значит, не превосходит e в степени минус 2 эпсилон квадрат умножить на количество случайных величин. Ну, что тут важно? Что это стремится к нулю с экспоненциальной скоростью, когда стремится к бесконечности. Сейчас там, наверное, ты хотел разделить на n Эпсилон n я хотел написать. Да, эпсилон n, вот так. Значит, ну, иными словами, что среднее x1, xn отличается от его мат-ожидания больше, чем на эпсилон, вверх, не превосходит вот этой величины. Ну и то же самое верно, если нас интересует отклонение вниз. Отклонение в любую сторону, значит, происходит с экспоненциально маленькой вероятностью. Вот. И часто тоже используется обобщение этого, называется неравенство Хёртинга. Меня всегда удивляло, что эти два человека, Чернов француз, а Хёртинг русский. Как это неудивительно. У них имена так. Хёфдинг, он такой же русский, он из Финляндии, на самом деле. Да, и он не из Сибири, как я ошибочно думал. Он из Финляндии. Приехал, нет, он, может быть, приехал в Финляндию из Сибири. Зовут его Василий. Василий. Я думал, он где-то там в Сибири жил. Ну ладно. Значит, неравенство Хёрдинга, оно обобщает неравенство Чернова. Значит, в неравенстве Хёрдинга x принимает значение в некотором известном заранее интервале от аита до бета. Ну, и тем самым они не обязательно одинаково распределены, но, как обычно, независимы. Тогда, значит, вероятность того же самого события, отклонения в ту или в другую сторону, но здесь уже нельзя написать мат ожидания 1 умножить на n,
потому что у них здесь могут быть разные ожидания. Значит, плюсы эпсилон n не превосходят такой величины, значит, мне тут не запутаться, минус 2 эпсилон квадрат. А вот сейчас e, во-первых, в этой степени. Ну, везде e в какой-то степени. Давайте я попытаюсь не запутаться. Значит, в числителе надо поставить n квадрат. То есть в числителе квадрат абсолютного отклонения. Вот так можно запомнить. Но в знаменателе будет тоже большой. Знаменатель – это будет сумма бета минус аита в квадрате. Вот. Но можно проверить, так чтобы не запутаться, что это дает неравенство Чернова в частном случае. Действительно, вот смотрите, если аита равно нулю, а бета равно единице, как неравенство Чернова, то есть случайные величины принимают значение на интервале 0,1 на отрезке, тогда знаменатель здесь будет сумма из n единицы равен n. И получается как раз 2 эпсилон квадрат n. Показатели, потому что одно n сокращается, остается только одно. Вот. Значит, неравенство Хёрдинга обобщает неравенство Чернова. Ну, еще есть масса законов концентрации, центральная предельная теорема, чего там только нету. Ну, и вот один из законов концентрации нам понадобится, который вот называется теорема Шинога. Правда, что в Чернова нужно обязательно одинаково распределенное, а здесь не обязательно, да? И это никак не влияет. Ну, на самом деле, Хёрдинг, если говорить совсем правильно, то он вообще относится к совершенно произвольному распределению. А слева мы складываем просто все случайные величины, а справа мы складываем математические ожидания следующей случайной величины при тех значениях предыдущих, которые уже появились. Даже тут вообще не нужно никакой независимости, в принципе. А тут как бы у нас есть какое-то распределение, и мы смотрим, ну, каково условное ожидание того, что уже было при... Саш, ну я думаю, ответ на ваш вопрос не имеет на самом деле никакого значения, но видно, что неравенство Хёрдинга, оно покрывает неравенство Чернова. Очень может быть, уж у Чернова там тоже были... это самое, просто со значением 0,1, но не обязательно одинаково распределенное. Обычно пишут вот так. Ага. Вот, значит, вот в статье этих самых авторов, о которых идет речь, Хилл, Хостед, Импальяция, Левин-Любе, приводится некоторая конкретная форма вот этой теоремы Шинона из работы Шинона, которую я не умею доказывать, и мне лень читать доказательства из теоремы Шинона, поэтому я докажу теорему Шинона в немного другой, ослабленной форме, но которая вполне достаточна для тех применений, которые у нас будут. И я просто выведу его, вот эту форму неравенства теоремы Шинона из неравенства Хёрдинга. Ну, имея в виду, что неравенство Хёрдинга, я настолько к нему привык, я думаю, все привыкли, что в нем уже никто не сомневается, а теорема Шинона – это загадочная из работы Шинона, она нигде больше вроде не используется, и она как-то немножко сомнительна, более сомнительна, чем неравенство Хёрдинга. Вот, значит, вот какая форма нас устроит, теорема Шинона. Ну, прежде чем это самое ее доказывать, я вообще формулирую четко, давайте объясним, при чем здесь вообще закон концентрации. Значит, теорема Шинона будет применяться вот в какой ситуации. Теорема Шинона, закон концентрации вот для каких случайных величин. Значит, у нас вот будет одна случайная величина с каким-то распределением, то есть вот будут какие-то исходы, ну, их можно считать, что это просто исходы 1n, там e, ну, не n, а e, такое, я не знаю, давайте n большое. Фактически это у нас будет, мы будем применять, когда это слова. И вот у них исходы имеют вероятности p1, pn большое.
А случайная величина – это вот какая. Мы берем, случайно выбираем вот одно из этих чисел и берем логарифм единичного вероятности. То есть случайная величина x – это единица, логарифм двоичный, вот единица на p от… давайте лучше x. P от x. То есть, смотрите, мы берем случайно, выбираем один из этих исходов, потом берем его вероятность и выводим логарифм единицы вероятности. Вот такая случайная величина. Значит, среднее значение этой случайной величины – это и есть по определению энтропия Шинона. H1, ну, да, от x, вот от исходной случайной величины. И закон концентрации в этом конкретном случае будет говорить, что если взять, значит, n независимых испытаний и рассмотреть вот логарифм, сумма логарифмов, ну, n независимых испытаний, это значит вот x1, xn, и взять логарифм единицы на p от x1 плюс логарифм единица на p от xn, что есть, можно просто сократить как логарифм единица на вероятность вот этого, ну, исхода x1 xn, потому что при независимых, значит, испытаниях вероятность любого исхода x1 xn есть произведение соответствующих вероятностей для исходной случайной величины. Так вот, вот сумма y – это как раз сумма этих логарифмов. И конкретно для такой случайной величины закон концентрации означает, что логарифм единицы на исходах с большой вероятностью примерно равен энтропии Шинона исходной случайной величины разделить на n, умножить на n, ну, на количество испытаний. Вот. И теперь осталось просто уточнить, значит, уточнить именно зависимости вот эпсилон от дельта. Итак, вот у нас есть случайная величина x, неважно где. Значит, у нее есть энтропия Шинона, h от x. Есть n независимых испытаний. Да, и давайте уточним, что она принимает значение, ну, скажем, среди слов длины какой-нибудь m. Сейчас, подожди, то есть вообще речь о том, что если у нас имеется... Ну, шка, да. Если мы выбираем просто буквы слова независимо, да, получается некоторое слово, и утверждается, что его вероятность, это самое... его конкретная вероятность, ну, примерно одинаковая, какой, можно сказать, большой вероятностью, для в большинстве случаев получится слово примерно одной и той же вероятности. Да, которая есть 2 в степени минус энтропия Шинона, да, умножить на n. И что как бы, а это не то же самое, что теорема, почему-то мне казалось, что это называется теорема Макмиллана-Брейвена, нет? Ну, может быть, другие товарищи ее называют так. А, вот, а не следует ли это просто из того, что число букв, ну, поскольку вероятность определяется тем, сколько там каких букв, ну, значит, если букв по закону больших чисел примерно столько, сколько надо, то, значит, и вероятности будут примерно такие же. Да нет, ну, все правильно ты говоришь. Это форма закона больших чисел. Но тут важно соотношение между эпсилон и дельта. Дело в том, что у нас букв очень много. У нас букв 2 в степени k. И поэтому это нельзя считать константой, к сожалению. Вот. Ну, впрочем, может быть, и так бы прошло. Да, скорее всего, прошло бы. В общем, так или иначе, значит, мы докажем следующее, что вероятность того, что вот если взять x степени n и взять, значит, логарифм единица на p
от x степени n. Значит, вероятность того, что это окажется слишком маленькая, ну, то есть меньше, чем n на энтропию Шинона, исходную случайной величины, минус, ну, давайте epsilon n обозначим отклонение. Нам неприятно, чтобы это было мало, потому что мы хотим, чтобы минимальная энтропия была большая, то есть чтобы вот это p от xn, ну, с большой вероятностью было маленьким. Это вот неприятное событие. И значит, оценка будет такая, что вероятность этого меньше, чем e в степени минус. Ну, а здесь будет вот как в неравенстве Хёвдинга почти что. Ну, вот из эпсилона надо немножко вычесть. О большой от 2 в степени минус k. Возвести в квадрат. Умножить это на n и разделить на 2k в квадрат. А, нет, двойки не будет, она сократится, извиняюсь. Значит, вот этой двойки не будет. Наоборот, двойка в знаменателе будет немножко хуже. 2k квадрат. Вот, фактически мы будем применять для константного эпсилона эту теорему. Поэтому то, что из эпсилона вычитается примерно 2 в степени минус k, это фактически эпсилон уменьшает совсем чуть-чуть, но уж точно не больше, чем в два раза. Поэтому вот эта экспонента будет примерно эпсилон квадрат умножить на n разделить на 2k квадрат. И зависимость от этого самого. Нам важно, что зависимость от мощности алфавита, то есть от 2 в степени k, очень слабая. Это, вот это важно будет. Так что, наверное, напрямую так не получится. Вот. Ну вот в теореме Шинона, в той, в которой в работе немножко более простая формула, но, к сожалению, еще раз повторяю, я доказательств не знаю. Значит, сейчас, а роль k это что? Это логарифм размера алфавита? Да, да, k это логарифм размера алфавита. Значит, вот, к сожалению, напрямую это не получить из неравенства Хёвдинга без хитрости. Значит, почему? Неравенство Хёвдинга нужно, чтобы наши случайные величины принимали значение на данном интервале. И вот длина интервалов вот сюда входит в знаменателя. Но наша случайная величина – это логарифм единственной вероятности. Вообще-то может быть очень и очень большой. Значит, вот логарифм единица на вероятность конкретного слова, там, W, но она, можно сказать, что она больше нуля, но сверху у нас никакой хорошей оценки нет. Это вообще может быть сколь угодно здесь большое число. Вот. И эти сколь угодно большие числа здесь пользуются напрямую. Они вот пойдут сюда в знаменатель. И это никак не ограничено ни числом k, к сожалению. Поэтому знаменатель будет такой, что это вообще может быть все на смарку пойдет. Не поможет нам никак. Будет некоторая константа, которая зависит от x, случайной величины x, причем может зависеть непредсказуемым образом. Поэтому, значит, чтобы доказать то, что нам нужно, нам вот эти случайные величины, которые складываются вот здесь вот, значит, мы по существу вот здесь складываем случайные величины y, которые есть логарифм единица на p от x. Вот это y надо обрезать искусственным образом. Значит, взять новую случайную величину, допустим, назовем ее z, которая определена совместно, просто распределена вот с y, и она определена так. Это будет y, если y не очень большое. Ну, достаточно будет нам, скажем, обрезать на уровне 2k. Но уровень 2k – это такой уровень, когда вот эта вероятность равна 2 в степени минус 2k.
То есть если вероятность 2 в степени 2К или меньше, или больше, то мы ничего не обрезаем. А иначе обрезаем, просто говорим, что это 2К будет иначе. Вот. Значит, такое обрезание имеет положительный эффект, что после этого случайная величина находится в интервале от 0 до 2К. И поэтому, применяя неравенство Хёлдинга вот к ZT, мы уже получим нечто хорошее в знаменателе. Значит, я напомню, вот неравенство Хёлдинга в знаменателе сумма квадратов длин отрезков, на которые случайная величина у нас, а в числителе квадрат испытаний. Значит, у нас будет в знаменателе здесь, если применять это не к x, а к z, сумма n раз от 4k в квадрате. То есть будет 4nk в квадрате, который сократится 1n с этим, и будет тогда 2 эпсилон квадрат, значит, n разделить на 4k квадрат, и знаменатель двойка, вот двойка в числителе, четверка в знаменателе, сократятся, и как раз будет то, что нам нужно. Значит, здесь будет n, здесь будет 2k квадрат, а здесь будет эпсилон в квадрате. Но это будет, к сожалению, не для исходных случайных величин, а для обрезанных. Значит, если здесь записать обрезанные случайные величины, соответственно, и здесь тоже будет не энтропия Шенона минус эпсилон m, а здесь будет среднее значение обрезанных величин, то вот будет все хорошо и без всякого 2 в степени минус k, вот, без вычитания. Для того, чтобы получить аналогичное неравенство для исходных случайных величин, то есть для y, нужно оценить, сравнить вообще мат ожидания y и z. То есть надо понять, как они связаны. Вот мат ожидания одного y, мат ожидания одного z. Сейчас неправильно я пишу. H это не мат ожидания, это энтропия. Значит, мат ожидания y одного. Это значит энтропия Шенона. Исходная случайная величина H от x. Ну и ясно, что энтропия, среднее значение z одного, оно не меньше, потому что при обрезании, естественно, у нас мат ожидания уменьшается. Мы обрезаем значение, только которое больше, чем 2k. Вот. Так вот, надо понять, что это не сильно, собственно, уменьшает. И вот это вычитание, вот то, что здесь уменьшается, это как раз есть вот эта разница между e от y и e от z. Вот утверждается, что e от y минус e от z не больше, чем некоторая константа на 2 в степени минус k. Вот, это утверждается, это мы еще не доказали. Вот надо доказать нам такую, значит, лемму. Значит. Что e от z больше и равно, чем e от y, минус там константа на 2 в степени минус k. Вот. Для этого мы, значит, все исходы наших случайных все исходы классифицируем в зависимости от их величины. А именно, значит, ну, исходы y и z классифицировать, это то же самое, что классифицировать вероятности исходов исходной случайной величины. Значит, вот у нас эти вероятности исходной случайной величины p от x. То есть ты хочешь отдельно рассматривать редкие и частые буквы, да? Можно сказать, да. Мы будем классифицировать не на редкие и частые, а более тонким образом. Значит, интервалы будут такие.
от единицы до 1/2, это вероятности. Соответственно, если брать логарифм от единицы вероятности, от 0 до 1, от 1 до 2, то есть от 1/2 до 1/4, дальше у нас будет вот где-то уровень 2k, значит, это будет 2 в степени минус 2k, там 2 в степени 2k минус 1, ну и так далее. Вот. Теперь смотрите. Вот если наш исход попал вот в эту часть, если, ну как сказать, если исход жирный, у него большая вероятность, у нас вот исходы один от одного до какого-то, я не знаю, числа 2 в степени k всего исхода. Значит, если буква имеет как-то частое, то для таких букв y и z определены, ну, для таких исходов y и z принимают одинаковое значение. Поэтому в разнице этих мат ожиданий это как никак не участвует. В разнице мат ожиданий участвуют только исходы вот из этой части. Значит, вот здесь одно и то же. Здесь как бы z и y просто совпадают. Z и y отличаются только вот в этой части. При этом, значит, z поменьше, чем y. А именно, в этой части везде z равно 2k, а y оно больше. Вот. Теперь смотрите. Чтобы оценить сверху эту разницу, нам нужно понять вообще суммарный вес таких исходов и какая разница. Значит, давайте вот рассмотрим интервал от 2 в степени k минус 2k минус i до 2 в степени минус 2k минус и минус 1. Значит, разница наших случайных величин на таком интервале, то есть y минус z, она есть y у нас не больше, чем y плюс 1 плюс 2k, а z у нас просто 2k по нашим правилам. То есть разница не превосходит y плюс 1. Теперь суммарная вероятность исходов таких небольшая. Значит, почему? У нас всего исходов вообще, не только в этой части, а в целом 2 степени k. И все исходы в этой части, они имеют вероятность 2 степени минус 2k минус i. Ну или еще меньше. Поэтому суммарная вероятность не больше, чем 2 в степени k, общее количество исходов, умножить на максимально возможную вероятность 2 в степени минус 2k минус i, что равно 2 в степени минус k, ну еще минус i. Вот. Значит, 2 в степени минус k, ну от i не зависит. Давайте мы его вынесем. Получается 2 в степени k умножить на 2 в степени i. Поэтому, значит, мат ожидания вот y минус z можно оценить сверху, как вот это 2 в степени минус k на 2 в степени минус i умножить на i плюс 1, и надо просуммировать просто по всем i. То есть e, вот мат ожидания вот y минус z не превосходит 2 в степени минус k на сумму, значит, 2 в степени минус i на i плюс 1. О, сейчас. Умножить на i плюс 1. И здесь меняется, ну, от чего? От нуля до бесконечности вообще. На самом деле это конечная сумма, но нам абсолютно это не помогает, что она конечная, потому что, ну, там заранее нам ничего абсолютно не известно, потому что
сколь угодно большими могут быть и здесь. Но этот ряд все равно сходится. Ну, вроде сумма его равна там единице или двойке, может быть. Двойке, наверное. И таким образом у нас просто получается 2 в степени минус k плюс 1. Верхняя оценка. Вот. То есть, как я обещал, о большое на 2 в степени минус k разница. Ну, это вот доказательство леммы. Ну чего, понятно здесь доказательство леммы? Да. Вот. Ну, а теперь из леммы уже довольно понятно, как все будет следовать. Значит, вот вероятность того, что сумма зетов, сейчас, сумма игреков, Мне кажется, что там эта сумма четверки равна, нет? Там просто получается как бы сумма двух рядов, 1, 2 в степени, ну, и делить на 2 в степени и, да. Двойка. И плюс еще просто ряд сходящихся. Ну, четверка. Да. Давайте k плюс 2 напишем. Неохота сейчас. Значит, итак, вот вероятность такого события, что сумма игреков меньше, чем энтропия, ну, среднее значение этой суммы минус n эпсилон нас интересовало, не больше, чем, значит, вероятность, естественно, того, что сумма зетов меньше того же самого. Ну, потому что если сумма игреков маленькая, то и, разумеется, сумма зетов маленькая. Зеты – это они меньше игреков. Вот. Но здесь стоит не мат ожидания суммы зетов, а мат ожидания суммы игреков. Поэтому если мы хотим свести дело к неравенству Хёрдинга, мы должны написать, заменить вот это на мат ожидания суммы зетов. Ну, давайте это напишем, значит, e от суммы зетов. Но это будет стоить нам того, что вот из энтропии вычтется о большое от 20 минус k. Ну, тем самым вот этот зазор эпсилон немножко уменьшится. Значит, будет минус... Ну, 2 в степени минус k, это речь идет об одной случайной величине, различие между мат ожиданий y и z. Это, естественно, надо умножать на n теперь, потому что у нас n случайных величин. Соответственно, у нас будет эпсилон немножко ухудшиться, но не ухудшится не сильно, а 2 в степени минус k плюс 2. Вот. Ну, теперь мы радостно можем применять неравенство Хёрдинга для z. Ну и получается как раз то, что мы говорили, значит, e в степени минус 2, значит, здесь стоит эпсилон квадрат и n квадрат, значит, ну, эпсилон у нас немножко ухудшилось. Значит, получится вот так, на n квадрат, и здесь еще будет знаменателя сумма квадратов длинноотрезков. Но один от у нас z принимает значение от 0 до 2k, значит, таким образом это будет 4k квадрат. Это квадрат длины одного отрезка и умножается на m. Ну вот после сокращения, значит, двойка с четверкой сократится, тут двойка, n квадрат и n, и получится как раз то, что я и говорил. E в степени минус эпсилон минус 2 в степени минус 2k минус k плюс 2 в квадрате n разделить на, значит, 2k квадрат. Вот. А вот доказательство теоремы Шинона закончено. Сейчас, а скажи так просто ради интереса, в чем состояла только формулировка, которая там была? Если я, или я пропустил, ты говорил, но... Нет, я не говорил, а я не помню просто. Она какая-то очень короткая была, какой-то там Z-куб, а ты в интернете не нашел, да? Нет. Ну, надо спросить у Ромащенко, он все знает. Но это самое, я спрошу. Ну, спроси. Рядом сидит, но
Она какая-то очень простая, даже подозрительно простая. Вот. Ну, еще раз повторяю, у нас эпсилон будет 1/3, ну, совсем там, небольшая константа, поэтому это, ну, тут вместо 1/3, ну, допустим, будет 1/6, нам вполне достаточно будет некоторой константы здесь. Вот. Но нам нужен на самом деле не такую вещь, а немножко другую. Значит, мы хотим получить такое следствие, что существует некоторое случайное... Вот смысл этой самой, того, что у нас сейчас есть, что с большой вероятностью происходит близость. Мы хотим это переделать вот во что. Что есть какая-то другая случайная величина, которая всегда принимает большие значения. То есть значение всегда не меньше, чем n h от x минус эпсилон. Но эта случайная величина близка в смысле статистического расстояния к исходной. То есть следствие, которое мы хотим, такое, что существует случайная величина. Ну, у нас там была, значит, какая случайная величина, как она называлась? X степени n. А новую давайте назовем Y. Значит, Y в том же множестве. Такое, что статистическое расстояние между x и y, ну не x y, а x степени n. Сейчас. А y тогда, тут еще на n надо умножить, что так. Расстояние между x и y не превосходит вот того самого, той самой величины. Давайте ее, чтобы не переписывать, через дельта обозначим. И минимальная энтропия Y не меньше вот HN, энтропия Шинона, то есть исходность нулевой величины, умножить на N, минус эпсилон N. То есть, говоря другими словами, все исходы Y имеют вероятность значит, не больше, чем вот 2 в степени минус hn плюс эпсилон n. То есть теорема Шинона, вообще говоря, немножко о другом. Она говорит, что вероятность такого события, что значит, нам попался исход толстый, то есть его вероятность больше, чем вот этот порог, она маленькая, она не превышает дельта. Мы хотим это переделать в утверждение, что существует другая случайная величина, вообще говоря, со статистическим расстоянием не больше дельта от нашей, и для которой все исходы тонкие, то есть все исходы имеют вероятность не больше этого. Ну, интуитивно это очень близкие утверждения. Кажется, что это вообще как бы одно и то же. Ну, по существу так и есть, но тем не менее нам нужно из одного извлечь другого. Для этого сделаем следующее. Вот проведем такой уровень, на интересующий нас. Значит, черту на интересующем нас уровне. И исходы все, вот этой случайной величины x степени n, значит, это исходы, разделим на толстое, это над этим уровнем. Это толстое. И тонкие. Это под этим уровнем. Значит, теорема Шинона говорит, что суммарный вес толстых исходов маленький. Суммарный вес здесь меньше дельта.
То есть почти все исходы тонкие. Мы хотим сделать новую случайную величину, у которой все вообще исходы тонкие, но уже будет статистическое расстояние какое-то не нулевое с экстент. Нет. Как это делается? Значит, самым естественным образом мы толстые исходы начинаем шерстить, как это называется, раскулачивать. Мы их вероятности уменьшаем до предельного уровня. Но, разумеется, нельзя безболезненно уменьшать вероятность, потому что сумма вероятности должна быть равна единице в любой случайной величине. Но в качестве компенсации мы тонкие исходы, у них увеличиваем вероятность. При этом совершенно не важно, как распределять, так сказать, добро раскулачено. Как распределять вот эту вероятность, которую мы уменьшили среди тонких исходов. Как попало? Надо только понять, что тонкие исходы, разумеется, надо тонкие исходы, нельзя их сделать толстыми. Они не должны, надо следить за тем, чтобы каждому досталось не слишком много, чтобы его вероятность любого тонкого исхода не превысила вот этот предельный уровень, положенный, так сказать, постановлением правительства. И надо просто убедиться, что это возможно. То есть можно все толстые исходы немножечко уменьшить, их вероятности, и полученный избыток не приведет к тому, что тонкие исходы мы вынуждены будем их поднимать над этим уровнем. Значит, почему это так? Если бы в некоторый момент у нас возникла бы проблема, то была бы такая картинка. Вот уже все тонкие исходы мы довели до максимального уровня. Вот то, что раньше было тонким, оно уже все на уровне. А толстые исходы, еще хотя бы один, мы не довели до этого уровня. Значит, вот такая картинка бы тогда была. Значит, почему такой картинки быть на самом деле не может? Потому что такая картинка означает, что сумма вероятности уже стала больше единицы. И смотрите, этот уровень 2 в степени минус hn плюс эпсилон n. И вот такая вероятность у количества исходов у нас стала, которая, общее количество исходов это 2 в степени минус k, это мощность алфавита, и это еще n. Вот, утверждать, что это больше единицы. Это больше равно единице. На самом деле даже строго больше единицы. Почему? Потому что энтропия h – это энтропия случайной величины x, у которой есть всего 2 в степени k исхода. Значит, она не больше равна, не больше, чем x. Поэтому вот минус h – Вот k минус n, оно больше равно нуля. Еще и эпсилон даже здесь есть. Уровень больше единицы. Больше либо равен единице, даже строго больше единицы. Поэтому, если какие-то исходы здесь еще толстые остались, недораскулаченные, то получается, что сумма всех этих вероятностей больше единицы, то противоречие. Потому что мы следили за тем, чтобы у нас инвариант эта сумма равна единице. Я не знаю, с этими совсем аналогиями понятно. Нет, просто если устранить все эти самые толстые исходы. Как их устранить? У нас сумма вероятности не будет равна единице тогда, если их устранить. Рассмотреть условную вероятность, остальные умножить все на то, что там нет. Если их умножить,
кто его знает, какой-нибудь тонкий исход, который очень близко при вот, границе, да, если его умножить, он может подняться над границей, будет плохо. Нет, но мы все умножим на очень немного, казалось бы. Мы же знаем, что вероятность их мала, значит, мы умножаем на что-то очень небольшое. Ну, какой-то вот тонкий исход может быть вообще в точности на границе. Его ясно, что нельзя умножать ни на какое число больше единицы. Нет, ну, значит, границу надо немножко поподвинуть там. Ну, какая-то... Ну, не знаю. Может быть, так тоже можно сделать. Ну, какая разница? Мне кажется, это понятнее и проще. Да. И в результате мы получим случайную величину. Вот, значит, в конце концов у нас будет вот картинка вот такая. Какие-то толстые исходы, которые были, они все на границе перейдут. И какие-то останутся вот те, которые были тонкими. Ну, некоторые тоже на границе. Вот. И эта случайная величина и будет наш Y. И вот этот Y обладает требуемым свойством, что у него мин-энтропия. Значит, не меньше, чем HN минус эпсилон N. То есть у него все исходы тонкие. И осталось только понять, что стартер-расстояние будет в наших пределах. Но сейчас я объясню. Нам нужно, чтобы стартер-расстояние между двумя величинами было не больше дельта. Но откуда берется вот разница в статистическом расстоянии? Это суммарное количество веса, который мы отняли от толстых исходов. Потому что вот те исходы, для которых вероятность Y меньше, чем вероятность X, это как раз те, которые были толстые. Это суммарное количество, насколько мы их уменьшили. Но ясно, что мы, если всего их суммарный вес был не больше дельта, то мы не могли их уменьшить более чем на дельта. Мы же уменьшаем не до отрицательной величины, а даже до некоторой большей нуля. Поэтому суммарный вес, который мы отняли у толстых исходов, уж точно не больше дельта. Кстати, Саша, вот еще в этом месте непонятно, почему дельта именно получится. Ну, может, это как-то тоже можно объяснить просто. Нет, ну там, конечно, дельта и эпсилон будут как-то комбинироваться, нет, но это так, может быть, не получится такого хорошего ответа. Вот. Ну, вроде бы вот теперь, значит, я уже закончил доказательства. Но это, по-моему, это все-таки называется Макмиллан-Брейман, и про это все знает Ромащенко, я у него узнаю, потом сообщу. Ты имеешь в виду то, что я называю теоремой Шинона? Да. Угу. Вот. Сейчас, давайте перерыв сделаем. Увы, нам этого недостаточно. Нам еще нужна условная версия этой теоремы. Ну, вот у меня ушло и так, на безусловную, чуть не час. Не знаю, на что я успею. Да, тем не менее, перерыв сейчас сделаем. 5 минут.
Значит, вот условная версия этой теоремы Макмиллана-Брейгмана. Неизвестно кого, поэтому Андрей объясняет, что он не утверждает, что это Макмиллан. Примерно я все перепутал. Значит, условная версия. Она такая. Вот у нас есть две совместно распределенные случайные величины. Ну, вообще говоря, в разных множествах. Но для х нам важно, сколько там исходов. Для y не важно. И мы интересуемся вероятностью такого события. Да, и мы берем n независимых испытаний. Там x1, y1, x2, y2, xn, yn. И дальше мы берем, значит, условную вероятность исхода x, ну, n исходов, так как у нас есть x степень n таким образом, и y степень n. X степень n состоит из x, n штук, y степень n из y. И нас опять интересует вероятность такого события, что двоичный логарифм единицы на условную вероятность вот x степень n при известном y степени n. Но это есть вероятность пары xn и yn делить на вероятность просто yn. Что она меньше, чем энтропия, уже теперь условная, x при известном y. Ну, опять на отклонение, скажем, на n эпсилон. Ну и оценка вот ровно такая же, как была раньше. Значит, e в степени минус там, значит, у нас было эпсилон минус 2 в степени там, 2 минус k в квадрате разделить, умножить на n, на количество испытаний независимо, разделить на 2k квадрат. Ну, все это в этом самом в показателе экспоненты. Вот. Ну, это тоже закон концентрации, потому что, ну, смотрите, вот вероятность xn при известном yn, это просто есть произведение, ну, за счет того, что пара независима, вероятность x1 при известном y1, вероятность x2 при известном y2 и так далее. Таким образом, этот двоичный логарифм, это на самом деле сумма двоичных логарифмов. Значит, вот это есть сумма. А просто так сказать, что у нас это самое, это есть разница логарифма xn и yn минус логарифма отдельно yn. И что тем самым у нас как бы, поскольку одно будет по доказанному близко к энтропии xa, а другое к энтропии пары, то будет близко, и разница будет близка. Так нельзя. Но, нет, потому ну, что почему? Там только в одну сторону, что ли, оценка. Нет, нет, можно, конечно. Но тогда нужно, во-первых, в обе стороны оценивать, да. Ну и будет немножко хуже. Там важно будет тоже мощность изменения y какая. Но все бы это прошло. Можно это извлечь из безусловной версии. Но дело в том, что условная версия доказывается точно так же, как безусловная на самом деле. Это я и хочу объяснить. То есть не нужно практически ничего в доказательстве менять, и не нужно, просто буквально можно повторить доказательство. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему так происходит. Значит, вот эта сумма по и от единицы до n вот этих логарифмов. Значит, надо взять конкретный исход x1 при известном y, то есть уже. И вот это некоторая случайная величина, z.
И таким образом это тоже закон концентрации, потому что если взять среднее значение такой суммы, то это будет n умножить на среднее значение одного слагаемого. Но среднее значение одного слагаемого – это как раз и есть по определению просто условная энтропия x при известном f. Поэтому это опять тот же закон концентрации. И мы можем прямо взять вот то самое доказательство, которое у нас было там. В этом доказательстве мы брали вот эти случайные величины, y, t, но теперь мы их, они у нас называются там z и t, и мы также их ровно обрежем, эти случайные величины. Но это уже будет, скажем, называться v и t. И ровно так же докажем, что мат ожидания одной и другой отличается на 2 в степени минус k плюс 2. И вот к этой новой случайной величине, там v и t, мы применим вот ровно то же самое неравенство Хёфдинга. И абсолютно то же самое рассуждение у нас будет, но просто исходная случайная величина будет немножко другой. Не вот такой, а другой. Но важно, что здесь стоит ее мат ожидания. И важно, что множество ее значений, ну тоже там от нуля, от 0,1 в степени k, ну 0,1 в степени k. Ну что там еще использовалось? Давайте посмотрим. Нам ясно, важно... Мы все-таки как-то использовали, что значение x не больше, чем 2 в степени k. Да, да, да. Где мы это использовали и как, и почему мы теперь это можем? Значит, ну, нам надо было, это мы использовали вот в каком месте. Нам нужно было убедиться, что суммарный вес исходов, попадающих в интервал вот в этот, да, суммарный вес исходов, попадающих вот в такой интервал, небольшой. Да, обман, правильно. Он теперь будет немножко больше все-таки. Сейчас я объясню, почему. Потому что вот, да-да, я соврал, там немножко нужно по-другому. Давайте это посмотрим. Значит, у нас исходов всего теперь будет не 2 в степени k, а вместо этого 2 в степени k умножить на 2 в степени l. Где l это, давайте нам все-таки нужно привести это обозначение в условия. Значит, y будем считать, пробегая слова длины l. Вот. И таким образом у нас исходов теперь не 2 в степени k, а 2 в степени k плюс l. Вот. 2 в степени k плюс l. Поэтому, если взять исходы, ну, теперь мы, естественно, должны брать уже исходы это исходы случайной величины пары x, y, их будет 2 в степени k плюс l. И, а нет, Саш, сейчас. Да-да, тут надо аккуратнее действовать. Значит, какова может быть, даже не надо умножать на 2 в степени l, это я зря сказал. Все пройдет и так. Значит, нас интересуют исходы, у которых условная вероятность x при известном y достаточно маленькая, значит, она меньше 2 в степени минус 2k минус y. Вот суммарный вес всех таких исходов все равно не превосходит 2 в степени k минус 2k минус y умножить на 2 в степени k. Значит, почему? Просто фиксируем любое y с таким свойством. А дальше x может принимать 2 в степени k разных значений. Поэтому сумма по всем x этой вероятности не превосходит 2 в степени минус k минус i. А потом это нужно, вот 2 в степени k минус i, надо усреднить еще по y. Ну, то есть надо взять сумму
по всем Y, вероятность конкретного исхода Y, но ну, вот как мы будем... Сейчас, подожди, так L у тебя все-таки есть в формулах этих? Или, ну, нет, это я ошибочно сказал, что оно должно быть. Нету L в формулах никаких. Это лишнее. Потому что мы берем исходы пары XY, у которых условная вероятность X при известном Y попадает в этот интервал. Так? И мы должны просуммировать просто... Значит, что мы должны просуммировать? Суммарный вес таких исходов. То есть сумма P от XY по всем таким исходам. Давайте я на чистом листе напишу. Вот здесь есть. То есть сумма, мы должны рассмотреть сумма, суммарная вероятность исходов P от XY с таким свойством, что условная вероятность X при известном Y попадает в нужный интервал. Значит, 2 в степени минус 2К минус И, 2 в степени 2К, 2К минус И минус 1. Вот. А, значит, это мы можем разбить на сумму по Y. Вероятность Y умножить на сумму по X. Давайте вот скобку возьму. А, сумма по X условная вероятность Y X при известном Y. Вот. Но сумма по тем, по всем парам здесь просто... Мы по здесь сумма по всем парам вот с таким свойством. Мы разбиваем на сумму по Y, а при данном Y сумма по X таких по всем, что пара XY вот обладает таким свойством. Теперь вот это мы будем оценить как 2 в степени минус К минус И. Почему? Потому что вот эта величина суммируемая не превосходит 2 в степени минус 2К минус И, а мощность и таких иксов, ну их тоже не больше 2 в степени, 2 в степени k. Поэтому у нас получается сумма по y, p от y на 2 в степени минус k, ну не больше этого, минус и. Ну, минус k минус и выносится, и получится, понятное дело, 2 в степени минус k минус и. То есть мощность изменения Y не важна здесь. Вот, вот в этом месте рассуждения. Но а дальше просто нам абсолютно не важно было, какие Y и Z. Важно, что для этих, для Y и Z, для там, Y, попадающего в этот интервал, разница между Y и Z не больше, чем И плюс 1. Суммарный вес не больше, чем 20К минус И. Те же самые рассуждения в точности. Вот. Поэтому также вот теорема Шинона доказывается, ну, ее условная версия. Вот. Отлично. Так, Тихон, понятно это было? Да. Угу. Ну и следственно нужно будет еще такой же, как и раньше. А значит, следствие будет такое. Сейчас у нас какие-то там буквы свободные. X, Y занято, значит, Z. Что существует случайная величина Z значениями, ну вот 0,1 в степени, z будет вместо x браться, то есть kn. Совместно распределенное с y. То есть распределение y можно дополнить до распределения пары yz, где z принимает вот такие значения. С таким свойством, во-первых, стат расстояния между... Сейчас с игреком тоже же n-кратно взятым. Да, с игреком все-таки n точно. Что расстояние между вот z и yn в степени n и x в степени n, yn
не превосходит вот того самого дельта. Вот дельта – это вот эта вот величина. Это с одной стороны. А с другой стороны, что, значит, для любого исхода там z и y в степени n, его вероятность, условная вероятность z при известном y степени n, достаточно большая, маленькая, не превосходит 2 в степени минус вот, условная энтропия y при известном x, n, ну, плюс эпсилон n. То есть, как бы минимальная энтропия... Сейчас, x при известном y. Да-да, x при известном y. То есть, минимальная энтропия z при известном y в степени n, она большая, ну, не меньше, чем вот условная энтропия x при известном y умножить на n, ну, еще минус эпсилон n, просто всегда... А иными словами, для любого, ну, исхода y в степени n с положительной вероятностью, или любого исхода z, ну, тоже, ну, но если у него нулевая вероятность, то это очевидно. Вот. Ну, и делается это следствие более-менее точно так же. Мы, значит, при каждом y при каждом исходе случайной величины y в степени n производим выравнивание. То есть толстые исходы мы их уменьшаем за счет уменьшения увеличение вероятности тонких исходов. Ну, толстота определяется, конечно, при каждом y через условные вероятности при известном этом y. Тем самым мы при каждом y меняем распределение их степени n вот таким образом. Значит, получится новая случайная величина. Ну, может быть, начать с того, что для того, чтобы определить совместное распределение новой случайной величины y в степени n, можно отдельно для каждого исхода y в степени n определять вероятности для z. Мы их будем определять так. Мы возьмем исходную случайную величину x в степени n, у нее вот известное нам распределение при известном величине, и дальше толстые исходы мы будем, их вес переводить в тонкие исходы. Ну и как и раньше, ну поскольку энтропия, то есть это было возможно при условии, что энтропия x при известном y всегда не превосходит, ну там вот, нам нужно, чтобы это всегда было меньше, равно k. Но это, естественно, будет так, потому что у x всего 2 в степени k исходов. И вот это неравенство, ну, нам, точнее, даже нужно было, чтобы не превосходило k. Ну да, k берется от того, что общее количество исходов у нас 2 в степени k, n. Общее количество исходов x. Вот. Значит, это тем самым выравнивание возможно вообще для каждого y сделать. Для каждого исхода y в степени n. Значит, после того, как мы сделали выравнивание, мы определили нашу случайную величину z. Теперь, что же дальше происходит? Мы
надо посчитать статистическое расстояние между z и y степени n и их степени n, y степени n. Значит, это можно сделать так. Надо взять сумму по всем исходам случайной величины y степени n. А здесь взять статистическое расстояние между распределением z при известном y степени n и распределением x степени n при известном конкретном y степени n. Вот. Ну, это простая формула, ее легко проверить для вычисления статистического расстояния. Теперь, вот это статистическое расстояние надо посмотреть из нашего процесса. Откуда оно берется? Оно берется, оно есть суммарное количество уменьшений, суммарный вес, который мы отобрали от толстых исходов. Но суммарный вес, отобранный от толстых исходов, ясно, что не превосходит их просто суммарную вероятность. Поэтому вот здесь вот это не превосходит сумма по всем исходам y степени. Значит, вероятность такого события, что x степени толстый исход. Ну, при фиксированном y-n. Ну, а это и есть та самая вероятность, которая равна дельта. Ну, здесь надо умножить, я забыл еще на p от yn. Это есть сумма, это просто есть сумма по yn, вероятность неприятного для нас события, ну, которое мы оценили в теореме Шинона, что, значит, вот это и есть это событие, его вероятность. Ну и понятно, что когда мы усредняем вот эти вероятности по yk, мы получаем вот точность вероятность вот этого события, про которое мы знаем, что оно не больше дельта. Вот. Ну вот это техническое, два технических следствия, которые нам понадобятся. Ну, теперь как бы дальше я планировал завершить построение генератора, но ясно, что мы не успеваем. Но тем не менее, давайте я теперь вот объясню, как фальшивая энтропия. Значит, генератор фальшивой энтропии. Уже в генератор псевдослучайных чисел преобразуют. Уже вся техническая часть сделана. Дальше вроде уже просто, но все равно, тем не менее, требуется время, конечно. Итак, вот последний шаг, вот этот, всей нашей конструкции для неравномерного противника. Значит, вот пусть у нас есть F, генератор фальшивой энтропии. Значит, мы его можем, этот генератор фальшивой энтропии, использовать для того, чтобы генерировать фальшивую не энтропию Шинона, а энтропию этого самого, минимальную энтропию, но тем самым энтропию развлечения, которая больше, чем минимальная. Для этого нужно просто взять достаточно большое количество копий и, значит, то есть много раз применить вот это f дано нам, а новую функцию мы возьмем таким образом. То есть вот мы возьмем много независимых испытаний x1, xn аргумента, и каждому из них применим f.
Ну, собственно, это не первый раз уже мы такую вещь делаем. Но на этот раз мы делаем это для того, чтобы вот здесь это был генератор F, это генератор фальшивой энтропии Шинона, а это будет, неформально говоря, генератор фальшивой энтропии уже минимальной энтропии, но тем самым энтропии развлечения. Вот. Но еще как бы отсюда эту энтропию развлечения и энтропию развлечения надо извлечь с помощью известного нам средства, с помощью сглаживания. Поэтому в целом к этому надо еще добавить пару идентификаторов этих самых хэш-функций, которые, естественно, нужно скопировать на выход. Их нельзя терять. И с помощью первого семейства сгладить вот эту штуку. Ну, просто конкатенацию. А с помощью второго семейства сгладить сам. Ну и только надо правильно выбрать длины. Вот когда мы выбираем хэш-значения, важно, чтобы их подходящим образом выбрать. Значит, вот здесь мы знаем, что сколько, собственно, энтропии. Значит, ну давайте скажем, что вот, вот здесь в одном экземпляре H1 энтропия Шинона от F от X энтропии. В N экземплярах будет в N раз больше. Значит, здесь энтропии вот столько. Вот столько мы и можем извлечь, но с некоторым отступлением вниз, чтобы сглаживание работало. То есть здесь длина должна быть N на H1 от F от X. Ну и минус что-то. Ну давайте поймем сколько. Мы будем считать, что генератор фальшивой энтропии нам генерирует один бит фальшивой энтропии. Значит, у нас как бы здесь, если считать фальшивую энтропию, а не настоящую, на n больше. Ну, значит, можем, скажем, n на 3 сейчас плюс n у нас тем самым. Значит, в целом у нас энтропия здесь, считая фальшивую, плюс n, и вычесть можем n на 3. Но это не совсем, ну, сейчас. Значит, n на 3 надо вычитать раз из-за сглаживания, а еще потому, что в этом самом, в теореме Шинона, там тоже есть некоторый допуск. Так, если считать, что там допуск будет эпсилон в размере 1/6, и, то есть, умножив на n, мы получим эпсилон n, это будет n на 6, и дополнительно еще n на 6 нужен на сглаживание. Так вроде. И здесь то же самое. Значит, это как бы остаточная энтропия. Ну, как, значит, какая там осталась энтропия? Это энтропия x при известном f от x. И значит, здесь длина тогда должна быть равна, значит, n умножить на энтропию Шинона x при известном f от x. Это уже не фальшивая энтропия, а самая такая обычная. И дальше она немножко уменьшится. Ну, теорема Шинона перегонит ее в минимальную энтропию, но с некоторым запасом. Ну, давайте скажем, что запас это, скажем, тоже n на 6. Мы возьмем, мы будем применять для эпсилона равного 1/6. Но еще после этого нужно, скажем, n на 6 еще на сглаживание. То есть, если мы вычтем отсюда n на 3, то будем довольны, то все, все сработает. Вот такие параметры, например, можно выбрать, ну, такие длинных хэш-значений.
все, когда будет хорошо, давайте проверим. Ну, чего нам надо проверить? Нам надо проверить, что это будет вычислительно неотличимо от равномерного распределения. Но это, конечно, мы сейчас не успеем. Это нужно работать над этим. Вот. Но, а второе, нам нужно проверить, что длина этого вот всей последовательности больше, чем длина входа, что это в самом деле произошло расширение. Но вот это уже просто проверить. Значит, сравнивая длины входа и выхода, мы видим, что Z1, Z2 одинаковые. Теперь здесь у нас длина n умножить на длину одного x. Ну, это, скажем, пусть мы называем k. Здесь будет nk. Здесь что у нас будет? Значит, здесь будет n, вот сумма этих длин, это будет n на энтропии f от x плюс энтропии x при известном f от x. По известной формуле, ну, которая называется цепное правило, это есть энтропия пары x f от x. Но поскольку f от x это функция x, это то же самое, что просто энтропия x. Ну, то есть просто k, потому что x равномерно распределено. Значит, видно, что слева nk и справа nk, но плюс добавка. А какая добавка? Значит, плюс n – это вот та самая наша фальшивая энтропия, которую из-за разных допусков мы уменьшили здесь на n на 3, еще здесь на n на 3. Значит, и в результате у нас получилось n минус 2 трети n, то есть n на 3. В результате у нас получился nk еще плюс n на 3. Значит, ну, видно, что энтропия выхода, длина выхода у нас так существенно на n на 3 больше, чем длина входа. То есть это в самом деле расширяющее отображение. Вот. А то, что оно, значит, выдает на выход распределение вычислительно неотличимое от равномерного, над этим надо работать, но сейчас это я уже не успею. Но более-менее это за счет сглаживания, потому что сглаживание, кажется, и приводит к тому, что у нас статистически неотличимо будет от равномерного. Вот. Но все это как бы при условии, что мы вот это f от x заменили на свидетель фальшивой энтропии. Потому что иначе никакого сглаживания, ничего не будет происходить. Поэтому у нас на самом деле будет не просто статистическое расстояние маленькое между выходом и равномерным распределением, а именно вычислительная неотличимость. Сейчас, но как-то не смущает. Вот меня смущает то, представляете, что то множество, на котором там оно было там чего-то такое сложное, оно какое-то неизвестно какое, вот это h. И вот то, что статистически неотличимо, да, оно по себе невычислимо. Да. Как-то это должно создавать, мне кажется, где-то проблему. Это создает проблему для равномерного противника, ты правильно говоришь. А для неравномерного не создает. Странно, ну ладно. Вот. Но здесь еще будет проблема одна. Давайте я сразу скажу честно. Так определенная функция не является полинально вычислимой. Хотя она действительно генератор, но не полинально вычислимая. Из-за чего? А из-за того, чтобы мы не знаем вот эти две величины. Вот эту вот, вот этого числа не знаем. Ну и можно было сказать и этого. Но на самом деле достаточно одного из них знать, потому что они в сумме дают известное нам число. То есть мы не знаем, как делится энтропия x на две части. Энтропия f от x и условная энтропия x при f от x. Если бы мы знали это было бы полинально вычислимое отображение. Но мы этого не знаем, и поэтому это создает дополнительную трудность. Потом еще с этим надо опять будет подработать немножко, как бы сделав это полинально вычислимым магическим образом. Вот. Вот примерно план уже на следующую лекцию.
который уж точно я успею все сделать в следующий раз. Да, может быть, ты еще тогда скажешь в следующий раз, объяснишь, в чем состояло вот это. Я помню, что когда-то Антон Махлин рассказывал какое-то упрощенное доказательство. Так упрощенное оно не упрощенное на самом деле. Это его рассказывать нужно лекции 3. То есть оно как бы другое, но не проще. Оно другое, да, но не проще. Оно дает лучшую оценку, но совсем оно не проще. Ну, по модулю того, что я рассказал, оно уж не так не будет казаться таким уж сложным. Вот. Нет, но может, ты можешь объяснить, по крайней мере, тогда, в чем примерно состоит план. Я расскажу доказательства, вот, альтернативную конструкцию. Но у нас как раз хватит времени, но это не то, что в дополнение в следующий раз. Не да. Вот. Но еще до этого я все-таки попытаюсь объяснить, как эту конструкцию вылечить, чтобы она работала для равномерного противника. Нет, нет, но это да. Вот. Ну ладно, все тогда на сегодня. До свидания. Да, хорошо. Пока. До свидания.